Префектура Центральная создана в городе Уварово 2 года назад и объединяет почти 10 тысяч жителей. В ее совет входят активные председатели ТОС, которые находят пути решения самых сложных вопросов. У нас создалась такая дружная команда, которая совместно решает все насущные проблемы, которые перед нами ставят жители. А настраивает команду на успех префект Ольга Терентьева. Как результат, победа в областном конкурсе общественных инициатив «Живые улицы. Добрые соседи». Префектура Центральная плодотворно взаимодействует с многофункциональным центром, управляющими компаниями администрации города, являясь своеобразным фильтром проблем уваровцев. Ведь именно они находятся в курсе всех событий и помогают определить первостепенные задачи. Префектура Центральная в нашем городе образовалась первой. О пользе ее работы мы узнали на собственном опыте. Приведу конкретный пример. В нашем доме полгода не было уборщицы, и мы пришли к Ольге Викторовне, которая нас внимательно выслушала, и через некоторое время, в короткие сроки, был вопрос решен положительно. Хочется сказать большое спасибо Ольге Викторовне за ее благотворную работу и пожелать ей удачи в этом нелегком труде. Чтобы свести к минимуму недочеты в благоустройстве города, между общественностью и властью отлажена система обратной связи. Совместная работа ведется на постоянной основе. И, как отмечает префект, очень важно, что удалось достичь доверия жителей. К их мнению прислушиваются, их наказы берут во внимание, а просьбы стараются выполнить. Если они приходят к нам, они уверены, что их интересы, их вопросы будут лоббироваться. И вот то, что мы уже наработали с вами, есть какие-то результаты, жители за это очень благодарны. Большое внимание уделяется уровню профессиональной подготовки. На всевозможных семинарах происходит обмен опытом, обсуждаются проблемы развития институтов местного самоуправления. В прошлом году префект приняла участие в работе форума сообщества Общественной палаты Российской Федерации. Также была дебютирована руководством области на съезд в Московскую областную думу. Префект префектуры Ольга Терентьева уверена, в современном быстро меняющемся мире общественникам нужны новые знания для эффективной работы на местах. Ведь впереди еще много интересных и нужных дел. Благодарю руководство города за высокую оценку нашей работы. Будем работать, радоваться вместе нашим успехам и достижениям и дальше. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, «Наш город».